Я б в рабочие пошел, пусть меня научат. Эти известные со школьной скамьи строки из стихотворения Маяковского «Кем быть» сегодня актуальны как никогда. Крупные предприятия региона остро нуждаются в молодых квалифицированных кадрах. В районах области активными темпами продолжают развиваться агропромышленные предприятия. На село пришли крупные инвесторы. Есть свободные вакансии ветеринарных врачей, зоотехнии. Вот. Так что это актуально. Также инженеры. В сельском хозяйстве тоже очень актуальные на сегодняшний день. Ярмарки учебных мест, проводимые ежегодно службой занятости во всех районах Брянской области, помогают молодежи сориентироваться на рынке труда и не ошибиться с выбором учебного заведения. Трубчевский политехнический техникум – это одно из старейших учебных заведений Брянской области. Более 100 лет. Но, несмотря на свой солидный возраст, это многопрофильное современное учебное заведение. Следует отметить материальную базу техникума. Это два учебных корпуса, мастерские, тренажерный зал, столовая, общежитие благоустроенное студенческое. Выпускники Трубчевского политехнического техникума, получая диплом, уверены, что не останутся без работы. Специальности, по которым обучают здесь, одни из самых востребованных на сегодняшний день. Те специальности, по которым мы готовим студентов, очень востребованы на рынке труда. Вот, наши выпускники устраиваются на предприятиях Брянской области, деревообрабатывающей промышленности, газовой промышленности. С многими предприятиями Брянской области у нас заключены договора, где работают наши студенты. Трубчевский политехнический техникум – это современное многопрофильное среднеспециальное учебное заведение, готовящее кадры для предприятий и организаций газовой, деревообрабатывающей, автомобильной и других отраслей промышленности. Учебно-материальная база техникума соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Кроме этого образовательного учреждения, на ярмарке учебных мест были представлены еще более десятка учебных заведений региона. Поэтому будущие выпускники без труда могли выбрать, куда пойти учиться. Ни один наш выпускник не стоит на бирже труда. Более того, на ярмарке вакансий, которые сайт Департамента здравоохранения представляет, значится, требуются средние медицинские работники. Мы стараемся соответствовать времени, поэтому в данный момент времени мы единственное в области учебное заведение, которое полностью по педагогическому составу соответствует квалификационным характеристикам, которые востребованы по новым федеральным государственным образовательным стандартам. По данным службы занятости, в нашем регионе требуется около 200 врачей, 30 медсестер, 50 электриков и электромонтажников, десятки поваров, парикмахеров, агрономов, каменщиков, машинистов, ветеринарных врачей и водителей. Таков спрос рынка труда сегодня, и, выбирая будущую специальность, служба занятости советует молодежи опираться прежде всего на эти данные. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров, События, Севск.